Здравствуйте, дорогие женщины! Я с вами Босе Аделаджа, и мы находимся в передаче «Мир женщины». Мы говорим о самооценке. Самооценка очень важна. Да, есть другое понятие – комплименты. И мы всегда поощряем, знаете, признавать что-то хорошее в других людях, делать им комплимент. Если у кого-то новая прическа, новые какие-то достижения, конечно, хорошо делать комплименты другому человеку. Мы обычно поощряем мужчин, делать комплимент женщинам. Это очень приятно. Но знаете, бывает время в жизни, когда рядом нету ни мужчин, ни женщины, нету человека, который делает вам комплимент. Какой же комплимент вы себе делаете, когда другого не будет? Самооценка помогает отвечать на этот вопрос. Если у меня правильная самооценка о себе, тогда я менее буду зависеть от комплиментов, оценки от других людей. Комплименты и оценки от других людей – это будет как бонус. Основной стержень – это будет то, что я знаю о себе и как я оцениваю себя. Оставайтесь со мной, мы вернемся скоро.